Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы снимаем 7-й выпуск программы «Арена Спорт», и мы снова в гостях у легенды. На этот раз мы решили приехать четырехкратному чемпиону России, трехкратному чемпиону Беларуси. Впрочем, обо всем он нам расскажет сейчас сам. Это главный тренер гандбольного клуба «Каустик» и один из самых заслуженных гандболистов нашего региона и всей страны Дмитрий Бочарников. Добрый день. Добрый. И сразу мы переходим по традиции к такому маленькому семейному музею, да, но... Ну, для начала, да, Константин, хотелось бы поздравить всех жителей Волгограда, Волгоградской области, России, да и что там России и всего мира с нашим праздником великим, который прошел сейчас, День Победы. Нашим ветеранам пожелать, которые ныне здравствуют, здоровья всем, кого нет, светлая память, потому что это, наверное, самый-самый лучший праздник, самый светлый, который у нас существует. Поэтому с Днем Победы. Согласен, от души присоединяюсь. И сразу же к первой медали. Когда задавали мне корреспонденты много вопросов, какая медаль самая, может быть, главная, важная или это... Ну, наверное, это самая первая детская медаль. Да, я покажу поближе. Это турнир Юрия Лагутина на Украине. Был такой очень большой турнир, проводился среди... детей определенного возраста. Это был мини-чемпионат Советского Союза на то время. И мы Волгоградом команды с тренером Вячеславом Владимировичем Кириленко заняли тогда второе место, стали серебряным призером. Но, чтобы вы понимали, участвовали все республики. Ну, на то время это и Грузия, Азербайджан, ну, Литва, ну, все участвовали в этом турнире. Поэтому она такая, ну, не знаю, дорогая для меня, хоть она может быть какая-то, не знаю, вот Запорожье, да, здесь в городе Запорожье проходил, да, турнир. Вот, ну, такая она, душевная, маленький, скажем так. Маленький чемпионат Евразии. Да, да, ну, да. А дальше началось у нас восхождение клуба, чему я очень рад, нашего волгоградского. Мы впервые стали серебряными призерами чемпионата России. Это был 93-й год. Да, очень памятный. Памятная, да, такая медаль. Да, мы стали чемпионами, серебряными призерами. Радости было много. Нам еще тогда было на то время, как все говорят, сейчас же молодые-молодые. Мне было на то время, по-моему, 18 лет всего, 18-19 лет. И в составе ребята практически много таких было. Вот это была первая, наверное, такая победа, самая громкая клуба. Каусти. Тогда же еще играл чемпион, олимпийский чемпион в составе, да, Игорь Васильев? Игорь Васильев, да, играл в составе, да, поэтому, ну, такая хорошая команда, становление, наверное, шло команды уже со временем, когда понимаешь, к этому клуб шел очень много-много-много лет. На следующий год мы опять стали серебряными призерами чемпионата России, стали двухкратными. Ну, а уже когда наступил 95-96 год, мы как раз перескочим золотую медаль тогда чемпионата России первую. Мы вернулись с чемпионата мира молодежного. И в составе молодежной сборной мы выиграли чемпионат мира в Аргентине. Вот. Очень много ребят с «Каустика» было в составе. В составе молодежной сборной было очень много ребят. На чемпионат поехало 7 человек, по-моему, 6 или 7 человек представляло сборную России. Ну, по-хорошему, могло поехать и намного больше, честно говоря. Солидный десант. Да, если поехало бы 10-12, никто бы, наверное, не понял, да, очень сильно. И потом, по стечению этого сезона, мы стали чемпионами России. Вот первый раз, сезон 95-96, мы стали чемпионами России. И потом 4 года... Сказать, мы никому не отдавали. Эмоции, наверное, от этих медалей до сих пор переживаются так, как вчера. Вы знаете, наверное, не эмоции от каждой медали, а за каждой медалью стоят какие-то игры, ну, определенные, которые всплывают в памяти. И хорошие есть, и плохие. Ну, и плохие в плане того, что, может быть, где-то ты сыграл не очень, или команда могла выиграть, но проиграла, да, где-то такие переживания. Вот это, наверное, есть. А медали, ну, получать, наверное, легко и приятно их. Вот. По истечении этого мы еще раз стали серебряными призерами чемпионата России в 2000 году. 4 раза чемпионы, потом серебряными стали. И потом уже в 2004 году судьба меня перебросила в город Брест. Я подписал контракт с клубом. Я думаю, что болельщики знают, что такой клуб сейчас очень сильный, БГК имени Мешкова. Я подписал контракт, и как раз клуб в этом году вышел в Лигу чемпионов. Клуб посчитал, что я помогу им, и вот я 4 года отыграл там.
не полных 4 года, скажем, 3,5, потому что, вы говорите, трехкратный чемпион Республики Беларусь. По идее, должен был быть и четырехкратным. Мне до конца сезона, я ушел в середине сезона, мы с Брестом выиграли 3 раза золото чемпионата и 2 раза Кубок Беларуси выиграли. Помимо этого, мы с Брестом, здесь есть еще у нас много турниров, которые были, это профессиональная гандбольная лига, проводилась такой турнир очень крупный, это вместе со многими командами постсоветского СССР. Ну, и лига была достаточно сильная, и мы с Брестом заняли 2-е место, то стали серебряными призерами ПГЛ. Потом мы играли с Брестом, российские клубы редко играли, Нева питерская играла, Балтийская лига такая разыгрывалась, и до сих пор идет Кубок Балтийской лиги. Прибалтийские команды, российские, украинские участвуют тоже. И тоже с Брестом мы стали серебряными призерами еще, ну, довесок ко всему, еще и Балтийскую лигу. Вот, ну, были еще разные турниры. Тут ну, такая россыпь просто. Ну, их много по сезону. Вообще, как бы скажу, мало кто помнит, но у нас очень часто проводились в 90-е годы. Ну, многие их называют лихими или еще как-то, да, но спорт поддерживался очень серьезно, потому что постоянно были кубки губернаторов, кубки мэров, которые проводились не только в Волгограде, а в Астрахани, в Краснодаре. Мы постоянно это... И даже вспомнить это, они были коммерческие, я больше скажу, за них еще деньги платили. За 1-е, 2-е, 3-е место клубу выплачивались премиальные от мэра или от губернатора. Mm-hmm. Ну а потом уже по завершению пошла ветеранская, так сказать, стезя. Мы 10 лет сборной России по ветеранам ездим на чемпионат Европы. Под эгидой ГАЭФ он идет, все, это достаточно серьезный турнир, чтобы вы понимали, туда приезжают люди, которые еще и действующие спортсмены, кому исполнилось 35 лет, но он еще играет, он вполне может играть за любую сборную, ну, страны, своей, естественно. За это время мы... уровень серьезный даже. Ну, достаточно серьезный, особенно первые чемпионаты мы играли, ну, любители гандбола, наверное, меня вообще любители поймут, чтобы вы понимали, на чемпионате в Испании он проходил у нас, Берго, по-моему, город. Участвовали со стороны испанцев, они играли за свой регион Испании, играл Щепкин, это знаменитый наш гандболист ЗТР, он игрок Барселоны, и, чтобы вы понимали, после еще этого ветеранского турнира он еще с Килем выиграл Лигу чемпионов. И в этом же составе был там Мазип, игрок очень серьезный Барселоны. Ну, достаточно опытные люди приезжают, не просто мячик погонять, а повидаться. Ну, за эти 10 лет мы ни разу не опустились ниже 3-го места сборной России. Мы 5 или 6 раз, наверное, становились серебряными призерами чемпионата Европы. Там 2 или 3 раза, я уже не помню, честно говоря, бронзовыми. И 2 раза мы выиграли чемпионат Европы по ветеранам. Глядя бы на вас, что наша национальная сборная брала бы пример. Ну, я не сомневаюсь, что это у нее в будущем. И я тоже в это очень верю, и этого хочу, чтобы наша сборная вернулась на Олимп. Ну, о сборной мы еще поговорим. Ну, кстати, да, давайте не пройдем внимание вот этот кубок, да, он подарен телекомпании «Волгоград ТРВ», и если вы с этой стороны наведете, то такая передача была интересная, «Завтрак с чемпионом», это 2000-е годы, начало 2000-х годов, приезжала тоже съемочная группа, снимала передачу тогда про меня, им тоже так оказалось, что я хороший игрок все-таки, наверное, поэтому они снимали, и достаточно приятно, я храню с теплотой, с определенностью. Иногда игрокам давали кубки за лучший игрок, полезный игрок или еще какой-то в разных категориях. Это я в составе, по-моему, Бреста, играли на Украине, порт Южный, и тогда, наверное, случайно признали меня лучшим игроком. Скромно, да. Вот, есть памятный кубок, я почему... Кубков много достаточно, но есть те вещи, которые, правда, хотелось показать. Мне его подарили, ну, подарил не Федерация гандбола, никто, это мне подарили сами ребята Брестского гандбольного клуба, игроки. Когда я закончил карьеру, они мне на память такой кубок от себя лично подарила команда. Мне было, ну, безумно приятно, честно скажу. Это тоже трофей, да, я так понимаю? Ну, это, как бы, скажем, уже трофей возрастной, наверное, больше. Мне исполнилось, было день рождения, и друзья мне подарили такой, ну, нож, скажем так, назовем ножик, да, который они знают, что я им болею, и с этой стороны еще у нас эмблема Федерации гандбола России, знают, что я
вернулся в эту стезю и очень этим болею. Ну, как бы вот. Дим, ну, я думаю, надо по традиции окунуться к истокам, да, все-таки наш город, когда я начинал спортивную карьеру, он очень спортивный, у нас превалировали все виды спорта, можно сказать, можно пойти в любой, ты выбрал именно гандбол, это такая традиция у всех красноармейских пацанов в гандбол, или у тебя какие-то были свои личные мотивы? Ну, вы знаете, я не сказал, да, много ребят красноармейского района идут в гандбол. Но сначала меня судьба забросила, может быть, это как-то нелогично. В легкую атлетику я пошел, но сначала занимался, неправильно сказал, в тяжелую атлетику пошел. Занимался метанием молота. Но тренер, посмотрев на меня, в разминку мы играли в футбол. Он мне сам посоветовал, говорит: «Дим, может тебе бросить этот молот, пойти в футбол поиграть?» И я потом так плавно перешел заниматься на стадионе «Сталь» в футбол. Но из-за того, что стадион находился далеко, а тренировки были вечером, ну, как-то и родители были против. Я еще маленький был тогда, наверное, класс 3-4, наверное, даже меньше еще. Ну, и решили, что не буду ходить, далековато. И после этого я занялся легкой атлетикой. Рядом с домом была школа, тренер Елена Юрьевна, такая очень замечательная женщина, да, до сих пор мы с ней дружим. Я стал заниматься легкой атлетикой, а в это время к нам в школу, ну, как всегда, по возрасту приходил набор тренеров, тренера набирали мальчиков в гандбол. Ну, я отказался сначала, естественно, я же легкой атлетикой занимаюсь. Ну, а потом по разговорам ребятам, всего в классе, как-то во мне заиграло желание какое-то интересное, чтобы пойти посмотреть, что это такое. И я пришел, у нас первые тренировки были, это остановка командира «Руть», далековато, здание института ВСКБ, там на четвертом этаже, маленький зал. Вел тренировки, первоначально собирал этот возраст, Любенко Петр Михайлович. Ну, я пришел одну, вторую тренировку, понимаю, что мне нравится все. А родителям как-то было сказать, ну, что я сразу на два вида спорта хожу. Ну, решил не говорить, и месяца два-три я так днем на легкую атлетику, вечером на гандбол. Ну, а потом пришлось признаться, мама была сначала, ну, не то что против, но ей показалось, что гандбол – это регби, где ломают руки, ноги, все страшно. Ну, потом я ее уговорил, и мы приняли решение, что я буду заниматься гандболом. И как раз, наверное, отзанимавшись полгода, есть в альбоме фотография, первая наша поездка, мы поехали в спортивный лагерь, это 85-й год. Очень много ребят, мы поехали в спортивный лагерь, потренировались там, и после этого было принято решение уже, мы еще, наверное, год отренировали, создание спортивного класса. И Любенко Петр Михайлович нас уже передал моему первому, ну, скажем так, опять, Любенко Петр Михайлович настоящий хороший тренер, он передал Кириленко Вячеславу Владимировичу. Собрался наш возраст, 74-й год, и организовался спортивный класс в 75-й школе. С замечательной классной руководительницей Зотовой Зинаидой Моисеевной, которая была нам как мама, а Вячеслав Владимирович нам как отец. И вот так мы дошли до 11 класса. Сразу хочу развеять. Иногда, знаете, у всех, ну, я не знаю, какой-то стереотип, спортсмен, значит, ну, дальше физкультурной академии идти некуда или училище. Спорт с класса, у нас было 15 ребят, в спорт дальше, ну, могли идти все, но у всех были, наверное, свои планы по жизни или желания. Прошло 4 или 5 человек, мы поступили в физкультурную академию, ну, с большим запасом баллов. Но, чтобы понимали, мои одноклассники поступили в такие вузы, как Можайская инженерно-космическая академия, 3 человека. Ну, а на сегодняшний день Можайка считается самым престижным инженерным военным вузом. Там, Академии холода Санкт-Петербурга или еще что-то. Ну, Качинские училища, у меня мой друг Миша. Он с детства, мы с первого класса с ним учились, также перешли в другую школу, заканчивали, он поступил в Качу. Потом заканчивал Монинскую академию, ну, куда-то ушел дальше, служил в Благовещенске. Сейчас на сегодняшний день он полковник в Москве такой. Мечта его сбылась, на истребителях не летал, но
мечта быть военным сбылась. Поэтому у нас класса, все ребята поступили достаточно в престижные вузы. Ну, а мы как бы решили свою судьбу связать со спортом. Ну, судя по спортивному показателям, ты тоже не меньше полковника уже, если бы были бы звания. Не, ну... Вот. Из того класса кто-нибудь стал тоже спортсменом вот, наравне с тобой? Ну, мой одноклассник, это Сергей Погорелов. Да, к сожалению, Сережа чуть больше года назад его не стало. Вот с Сережей Погорелым был еще Володя Шуняков, он тоже занимался, тоже был серебряным призером чемпионата России, чемпионом России. Ну, потом судьба развела, он ушел из спорта с нашего класса. Это те ребята, кто пошли в гандбол. Вот. Ну и как вы дошли до Каустика, тогда же до главного клуба области? Вот это, заканчиваете класс и... Ну, мы закончили школу, я попал в дублирующий состав, в дублирующую команду Каустика. На то время это была Сарпа называлась команда. Сразу взяли или пришлось еще... Нет, меня взяли, потому что, вроде я спортсмен, учусь в физкультурной академии, соответственно, я буду тренироваться с командой. Я пришел там, не знаю, наверное, пятым-шестым на своем игровом месте был. Потом пришлось немного поработать, попыхтеть. Я попал в команду Сарпа. Сначала был один тренер, потом Алексеев Александр Михайлович стал возглавлять. Мы с ним стали сначала серебряными призерами. На то время первой лиги не было, как сейчас, суперлиги. Да? Раньше была высшая лига и первая лига. В первой лиге мы стали серебряными призерами, потом выиграли первую лигу. Даже играли в один год переходный турнир тогда. Каустик, 92-й год, находился в нижней части таблицы, и случилась такая судьба, что Каустик с Каустиком играл переходный турнир. А в 93-м году уже попал в основную команду. Насколько тяжело было в основной? Тогда же все-таки было созвездие, да, и молодой мальчик, 93-й год, 18-летний. Ну, знаете, мне кажется, везде... Нигде нет, чтобы было легко, тем более в спорте, да, было тяжело пробиваться, и конкуренция достаточно сложная была. И сам иногда задумывался, что если мне кто-то когда-то сказал, что я вообще не то, что попаду в команду, да, еще какое-то время буду и капитаном команды, и потом еще уеду, буду играть в другом клубе, а потом еще стану главным тренером этой команды, я просто, правда, не поверил. Пути Господни неисповедимы. Насколько тогда было, я хочу немножко отступить сейчас именно про тренера того Каустика, про нашего легендарного, да, Карасташевича. Насколько он жесткий человек или наоборот мягкий? Как-то редко о нем мы беседуем там на трансляциях. Вы знаете, Леонид Алексеевич, мы сначала из-за своего жизненного опыта, наверное, какого-то, где-то, может быть, и бурчали на него, обижались. Все-таки старой советской формации. Может быть, не понимали его решения иногда или думали. А когда проходит время, ты становишься даже не то, что на его место, становишься мудрее, у тебя появляются дети, ты уже по-другому начинаешь смотреть на мир, ты понимаешь, что он нас держал где-то в железном кулаке, и надо было нас держать, потому что без дисциплины ничего бы не получилось, абсолютно ничего. Поэтому дисциплина была в команде очень серьезная дисциплина, и были... И сейчас есть, конечно, и тогда были штрафы из-за опоздания, из-за пропуски тренировок, поэтому нас очень плотно держали, учитывая тогда, на то время мы тренировались практически круглый год, 3 раза в день. Я хочу еще добавить, я не буду упоминать имя, один хоккеист про одного тренера американского, тоже не буду упоминать, но он сказал так. Мы ненавидели его 364 дня в году, а на 365-й выигрывали Кубок Стэнли. Вот это подходит к Карасташевичу? Возможно, да. Я не сказал, что... не должен игрок, и даже сейчас, будучи главным тренером, любить тренера, да? Любить надо семью, родину, детей. А уважать, да. Леонид Алексеевич абсолютно уважали. Он и уважаемый на сегодняшний день, да, человек. И в данный момент там прислушиваешься, его мнению. Поэтому... Он был... Результаты Леонида Алексеевича абсолютно показательны, да? Он из команды, которая не существовала, создал команду, довел ее до высшей лиги, потом суперлиги, стал 3 раза серебряным, 4 раза чемпионом России, выиграл, воспитал олимпийских чемпионов, поэтому он очень заслуженный человек, дай бог добиться таких высот. Вот давай тогда о первых медалях, 93-й год, да?
ну, немножко, несколько слов о сезоне, вообще, как тем более с молодых тогда, молодых лет. Буду откровенен, наверное, в то время мне не так много времени доверяли играть на площадке, что я не все 60 минут там, да, играл, потому что, еще раз говорю, конкуренция была серьезная, очень хорошие игроки у нас играли. На моем месте, допустим, играл Владимир Толкачев, мы на сегодняшний день дружим с ним, замечательный человек. Вот. Тяжело было пробиться в состав, но было безумное желание. И было такое собрание одно, я вот сейчас и ребятам говорил. Мы приехали этим составом, был первый тур в Астрахани. И мы приехали, первая игра была, по-моему, с Невой мы играли. И нас Нева разорвала в клочья. Вообще в клочья. И мы после игры собрались сами в гостиничном номере просто поговорить. Ну, не более того, собрались сами и друг другу высказали не претензии, а что нужно сделать, наверное, для того, чтобы команда победила или как-то сплотились. И вот после этого собрания команда реально... Мы обыграли потом всех на этом туре, да, да, может быть, для всех это было непонятно почему. И команда потихоньку-потихоньку начала набирать обороты. И в итоге стали чемпионами. Ну, в итоге, да. А через год же вы завоевали... Нет... 95-й, 96-й, 97-й, да? Вот какой чемпионский титул был сложнее? Первый или удержать потом? Или удержать третий раз? Нет, наверное, самый тяжелый все-таки был первый, потому что команда тогда вообще набрала ход, и Леонид Алексеевич, наверное, впервые тогда в истории вообще гандбола применил игру двумя семерками. У нас 14 человек же, да, состав. И он... играли все 15 минут. Тайм длится 30, вот 15 минут играет одна семерка, 15 другая, независимо от результата. Ну, сегодня это роскошь, я извини. Сейчас, да, да. А на тот момент и команда выходила, а был чемпионат, вообще, я не сказал, что он был прост, не было простых чемпионатов. Был один раз чемпионат, когда за победу давали 3 очка, а за выигрыш больше 10 мячей давали 4 очка. И нашим конкурентом тогда была ЦСКА команда, и мы еще не встречаясь с ЦСКА, уже их опережали, ну, там, очков на 10 или 12. Потому что мы всех обыгрывали по 10 мячей. Но Леонид Алексеевич ставил, во-первых, такие задачи иногда, были задачи, что мы обязаны были побеждать всех по 10 мячей. Первые Еврокубки, первый дебют Еврокубков, вот это, наверное, одно из самых волнительных мгновений в карьере. Нет, наверное, самое большое волнение, ну, волнение это был чемпионат мира, когда мы же попали на кубки уже... Хотя нет, мы с киприотами играли раньше. Нам попалась первая, по-моему, команда. Правда, уже честно не помню, по-моему, с киприотами. Мы попали на кубки Кубок Кубков, прошли киприотов, потом доходили до какой-то части и проиграли, я помню, немцам. Валау команда была, по-моему, в четвертьфинале проиграли или в 1/8 проиграли немцам. И проиграли достаточно обидно. Дома выиграли 5, а в Германии проиграли 6. А потом в итоге Валау выиграла этот кубок. Ну, играли достаточно на равных, и потом уже даже и Лига чемпионов тоже подтверждала. Мы из группы выходили, тогда группы были серьезные, всего 16 команд, 4 группы, сильнейших, да, были, вообще отбирались, и мы с группы выходили со второго места, играли дальше уже в 1/8, в 1/4 Лиги чемпионов, поэтому волнительно. Да вы знаете, волнение уходит после первого свистка, мне кажется. Ну, коленки не трясутся, когда первый раз все-таки это международный кубок, а года-то все-таки тогда, да, 20-21 год, ну это же совсем молодой. Ну, согласен с вами. Нет, еще раз говорю, у каждого игрока есть волнение, все волнуются. Нет игроков, которые не волнуются. Ну, это, наверное, нужно быть каким-то железным или безразличным человеком. Конечно, ты волнуешься перед любым матчем. Есть матчи чемпионата России, там очень важные, да, какие-то. Да, ты волнуешься, но волнение уходит после первого же свистка. Свисток прозвучал, и ты начинаешь играть, ты уже ни о чем не думаешь, ты весь в игре. И тогда еще расскажи про вот ту медаль, мы начинали с нее программу чемпионата мира. И как вообще поступило приглашение конкретно Дмитрию Бочарникову? Насколько это было неожиданно? Или наоборот ожидаемо? Вы знаете, когда собиралась молодежная сборная, я не попал ни на отборочные, ни на сборы. Меня вообще не вызывали в составе сборной. И уже был последний сбор перед чемпионатом мира. И уже, к сожалению, опять нет живых обоих тренеров сборной молодежной.
Вот. Валентин Алексеевич Сычев пригласил меня на последний сбор. Ну, наверное, посмотреть, как я буду выглядеть, нужен, не нужен буду сборной. Он проходил в Краснодаре, достаточно такой объемный, длительный сбор был. Недели две или три, наверное, проходил. Мы оттренировали, все, и потом, ну, скажем так, неожиданно меня называют в составе списка молодежной сборной. И уже после чемпионата мира Денис Сеевич сказал, говорит: Дмитрий, ты сел в последний вагон, а по ходу езды поезда ты пересел в первый. Потому что, ну, он доверил мне, ребята, наверное, было голосование потом, как мне говорили, кого хотели бы видеть в составе. Ну, с кем все-таки играть на чемпионате мира, это не первенство бани, да. И ребята, спасибо им тоже, что они поверили в меня. Это больше там и Олег Кулешов, да, Сергей Погорелов проголосовали, чтобы поехал я на чемпионат мира. И поехав туда крайним игроком, я играл-то на левом краю, я чемпионат мира заканчивал четвертьфинал, полуфинал и финал. Я был основным линейным, потому что Иван Мартыненко у нас там получил травму. Нынешний спортивный команды, да, Каустика, да. Вот, он получил травму, и мне пришлось уже играть линию в основном составе. Поэтому чемпионат мира я отыграл практически весь в основном составе. И тогда было, правда, наверное, слезы радости непередаваемые, что мы выиграли чемпионат мира, тем более так далеко от нашей страны, это Аргентина была, очень далеко. Продолжим немножко, давай, про Каустик. До какого года ты доиграл в нашей главной команде? И, ну, что в ней происходило вот уже к концу 90-х? Почему все-таки тебе пришлось покинуть? Ну, мне не пришлось покинуть. С команды был, ну, скажем так, в то время массовый отъезд. Игроки уезжали за границу. Там Алексей Попов, Слава Кобин. Но это происходило, я извиняюсь, не от того, что как сегодня ситуация. Да, 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 да. Игроков приглашали, предлагали. Да, они были на виду. На виду. Мы играли в Лиге чемпионов, везде приглашали, ну, практически всех игроков, в том числе как бы и меня приглашали, ну, опять нет в живых президента клуба Юрсановича Гусева. Один год он попросил остаться, было договоренность остаться, потому что шла молодежь, я согласился. Потом были предложения отъезда, я ездил и в Бундеслигу, еще при Алексеевиче Красташевиче на просмотр. Потом и приглашали испанцы в Лион. Были приглашения, но была договоренность как бы остаться. А переход в Брестский гандбольный клуб, ну, послужил тому, что, а, это была русскоязычная страна, я еще раз говорю. У меня только в 2000 году родился сын, 2004 год, он еще маленький, садик, и это, и нам было как комфорт. Мы переехали в Белоруссию как домой, честно скажу. И самое главное, то, что поманило, Брест играл в Лиге чемпионов. Я опять окунулся в ту же атмосферу. Это, ну, незабываемо, на самом деле. Ну, не было каких-то сомнений, все-таки чемпионат России, при всем уважении, но, ну, чемпионат Беларуси, он послабее. Как не было ощущения, что все-таки где-то шаг немножко назад сделан, а не вперед? Чемпионат Беларуси, возможно, был немножко послабее. Немножко. Ну, давайте я вам приведу пример. На то время... Опять, с чем сравнивать? Мы играли и в Лиге чемпионов, Брест играл с чеховскими медведями. Они были чемпионами, мы, к сожалению, да, мы проиграли чеховским медведям. Но мы играли на отборочном турнире Лиги чемпионов с норвежским клубом. Мы его прошли и попали в финальную часть Лиги чемпионов. Этот клуб ушел в ВГФ и играл с Динамо Астрахань, которая шла на втором месте в то время в чемпионате России. Динамо Астрахань не прошла норвежцев. Поэтому где сильнее, где слабее, я не знаю результат. На сегодняшний день белорусский чемпионат сильнее. БГК имени Мешкова, на самом деле, команда, играющая, доходящая до 1/8 Лиги чемпионов, пока, к сожалению, чеховские медведи не попадают в эту стадию. С батькой доводилось пересекаться в Беларуси? Ну, было у меня два пересечения, достаточно очень интересные. И вообще, я скажу, что Александр Григорьевич очень... много времени уделяет спорту, любому спорту, чтобы вы понимали, не только там лыжам или гандболу. Да он и в хоккей играет. И хоккей, да. Он приезжал первый раз, открывался зал, под клуб строили большой комплекс, когда я приехал, строили большую арену гандбольную. Он первый раз приехал на открытие первой стадии строительства. Ну, не было возможности пообщаться, он приехал как бы клуб. А потом, когда мы стали уже три раза чемпионами Республики Беларусь, нам сказали: готовьтесь, президент хочет познакомиться с командой, которая из, ну, как у них из региона,
не минская команда, а уже три раза подряд становится чемпионом. Естественно, Александр Григорьевич там несколько зайцев убил, он приехал, открыл новый грибной канал в Бресте. И потом приехал в гости к нам именно пообщаться с клубом. Была такая легкая тренировка показательная для президента, он посмотрел. Потом был диалог определенный. Перед этим диалогом мы познакомились с министром спорта Республики Беларусь. И то, что нам сказали тогда, нельзя две вещи при встрече с президентом. Это просить и жаловаться. На что я ответил министру спорта, говорю, ну я же все-таки россиянин, попросить-то можно об общем фото команды с президентом. Он говорит, ну раз ты россиянин, то и проси. Ну и встреча когда заканчивалась, я решил взять слово и говорю, Александр Григорьевич, а можно сделать совместное фото вас и гандбольного клуба имени Мешкова совместно? Он, естественно, не отказал, но, становясь в ворота, он говорит, ну где этот наглый россиянин, пускай становится рядом со мной. Ну, мы все посмеялись, конечно, сделали фото, достаточно приятное было общение. Мне нравится то, что он, насколько он так вникает и разбирается в любом виде спорта, честно вам скажу, достаточно очень приятно это. Как вообще было ощущение, все-таки президент целой страны? Ну, честно, абсолютно спокойно, спокойно все разговаривали, никакого напряжения. Наверное, белорусы волновались больше, все-таки это их президент, да? Ну, мы, естественно, относились к нему с уважением, мы живем в этой стране, играем, поэтому все было в пределах. До скольки лет ты доиграл уже? Брест это был последний клуб, да? В Бресте была такая ситуация, у меня, к сожалению, на определенном периоде моей карьеры произошел несчастный случай, умер мой папа. И я в связи с этим поехал домой, и, находясь, наверное, не в очень хорошем состоянии, я принял решение, сначала не хотел ехать обратно уже. Настолько мне было тяжело, но руководству клуба я вообще хочу выразить безумную благодарность Мешкову Александру Анатольевичу. Ну, во-первых, за то, что он меня пригласил в этот клуб. Во-вторых, что у нас за все это время были замечательные отношения, и даже скажу больше, он мне очень сильно помогает по жизни, он очень хороший человек. Может быть, для многих он кажется, что да, он человек очень высокого уровня, высокого ранга чиновник, но у него огромное сердце, он достаточно очень тепло относится к людям и к спортсменам. И потом они меня вернули, я отсутствовал месяц или, может быть, два, не приезжал в клуб. Меня встретили, я вам больше скажу, мне выплатили все заработные платы за все месяца, которые я не присутствовал. Даже разговора от них не было такого, что у меня не было. Потом в определенный момент я принял решение закончить, хотя у меня был контракт еще почти на 2 года, решение закончить с Брестом. Я поехал домой. Александр Анатольевич пригласил меня к себе в офис «Газпром», и мы договорились, что я еще полгода отыграю в Лиге чемпионов. Я вернулся, уже на сборы в Польшу прилетел к ребятам. И еще полгода играл за Брест. Какой год был? 2007 год. Вот мы отыграли Лигу чемпионов, меня потом еще после этого проводили, были проводы достаточно шикарные. После последней игры мы играли с Босной в Лиге чемпионов. Полный зал провожал, ребята меня бросали вверх на руках. Я аж, честно сказать, слезу пустил. Это было очень, очень приятно. После этого я закончил свою карьеру. И вот получается, как-то до того момента, как ты стал комментатором на телевидении, сейчас мы к нему дойдем, а ты как-то выпал из обоймы, да? То есть я просто почему еще спросил, мы живем-то в разных районах, да? Был период, когда сборная журналистов играла с Каустиком в футбол, да, пересекались. А чем занимался, да, 2007 год, да, закончил карьеру там, и вот вплоть до такой большой период времени? Я закончил заниматься спортом. Было предложение от Алексеева Александра Михайловича там стать его вторым тренером в Каустике. Я, наверное, не знаю, отказался. Говорю, мне хочется тебя попробовать немножко в другом. Я ушел в сферу строительства. Была своя организация. Мы делали разные виды работ. Ну, например, как бы одна из таких значимых, я считаю, это строительство транспортной развязки на Тулака.
подземная транспортная развязка, вот эта, которая. Интересно. Мы, ну, вместе с генподрядчиком «Метрострой» был такой. Мы были у них подрядчиками и 2 года трудились на разных пикетах, скажем так, разные участки дорог мы строили. Ну, просто сколько снимали сюжеты, когда это была стройка, и не знали, что там звезда Каустика. Ну, я там был не звезда Каустика, я был руководитель строительной организации, поэтому, ну, один из проектов. Да, и торговые центры строили, ну, много чего делали. И в направлении муниципальных делали ремонты и в больницах, и в детских садах, и в школах очень много. Поэтому вот занимался этой сферой. Но гандбол я не бросал, потому, ну, вы видели ветеранский. Естественно, мы тренировались, и ветеранами до сих пор тренируемся 2 раза в неделю. Вторник, четверг – это святое. Мы идем играть или в футбол, а перед чемпионатом Европы уже, когда с ним мы собираемся, за месяц уже начинаем играть в гандбол, готовить себя немножко к другим играм. Поэтому гандбол я не бросал, на все игры Каустика абсолютно тоже ездил, потому что это было не безразлично, это мой родной клуб, все равно я считаю, это мой родной клуб, который меня воспитал, дал дорогу в жизнь. Вот, поэтому гандбол всегда был рядом со мной. Ну и плюс еще и сын занимался у меня гандболом, и в эти года мы проводили детские турниры, посвященные памяти президента Юрия Александровича Гусева. Мы организовывали турниры, приглашали команды из других городов. И ветераны мне помогали, поэтому мы с гандболом были всегда рядом. Вот, кстати, о сыне упомянули, и ты не рассказал о семье немного. Когда женился, сколько? Женился один раз. Да, женился один раз, и уверен, что это первый и последний раз. Супруга Оксана у меня, 2 детей, дочка Мария и сын Илья. Дочке на сегодняшний день 10 лет. Сыну на сегодняшний день 19 лет. Сын студент экономического университета Санкт-Петербургского. Дочка учится в школе. То есть сын по стопам, а папа пока или уже не пока, пошел? Уже не пошел, но вы знаете, была там дилемма. Он занимался гандболом у нас, но была дилемма все-таки учеба или спорт. Ну, разные были подводные камни, не хочу это вспоминать. И мы выбрали, что он останется в этой гимназии, ему пришлось больше давить на учебу. Ну, спортом он занимается сейчас, как бы, я больше скажу, он сейчас находится на самоизоляции. Вузы санкт-петербургские отправили всех студентов домой, у него идет онлайн-обучение. Ну, через день он на стадионе, бегает кроссы, тренажерный зал. Спортом он сам занимается, ему это нравится. Как жена тогда долго привыкала, воспринимала, но ее, к сожалению, нету, ну, я думаю, ты знаешь, чтобы она ответила, да? Человек 2 дня дома побыл, улетел в Питер, потом приехал 2 дня дома побыл, улетел в Сунгуль, там, Снежинск, да. Как ей было тяжело или наоборот, надо ко всему к этому привыкнуть? Вы знаете, когда все-таки я принял решение, и потом уже руководство клуба приняло решение, что я все-таки возглавлю клуб, супруга мне ответила, говорит, я даже не знаю, радоваться. Я сейчас имею в виду, когда действующим игроком. А, когда действующим игроком. Сейчас супруга мудрая, я понимаю, а это когда молодая. Да вы знаете, сейчас наоборот супруга сказала, я не знаю, радоваться мне или плакать от этого решения. Ну, скажем так, любое решение она всегда поддерживала и поддерживает меня. А когда играли, ну, я когда женился, она знала, что выходит замуж за человека, который постоянно в разъездах, сборы. Ну, это неизбежность спортсмена, да. Ну, все замечательно было. Ну, тогда поймите, еще раз, у нас не было разъездной системы. Это сейчас чемпионат проходит, разъездная система. 1 игра дома, 1 на выезде. Раньше были туровые системы. Туровая система подразумевалась под собой 5 игр. 5 или 6 игр на выезде. Или дома, или на выезде. Поэтому мы уехали, да, ну, на неделю, да. Потом дома целый месяц. Потом уехали еще раз на тур. Поэтому как-то все это происходило более, наверное, просто. Сейчас постоянные разъезды, да. Ну, были, конечно, сборы, но никуда от этого не денешься, это жизнь спортсмена. Дим, какой, ну, наверное, 1, может 2, может 3, какие самые памятные матчи именно в карьере игрока? Вы знаете, один матч мы часто вспоминаем вот с ребятами, с кем играли, это была игра с ЦСКА. Тогда, когда мы, наверное, этот год мы стали первый раз чемпионами, наверное, не помню, не буду врать. В Ростове проходил тур, мы были непримиримые соперники с ЦСКА, там играла очень много олимпийских чемпионов. У нас были чемпионы мира, олимпийские чемпионы.
И как раз проходил тур, и мы играли с ЦСКА, и после первого тайма мы проиграли 7 или 8 мячей ЦСКА. Ну, это практически проигранная игра, да, с соперником, который, ну, такого же уровня, как и ты, тяжело. И в итоге матч заканчивается, мы второй тайм обыграли ЦСКА 11 или 12 мячей. Мы выиграли 4 мяча. Ну, эйфория была вообще непередаваемая, скажем так. Что тогда удалось включить? Как вот взять? А я не знаю, включилось, наверное, все. Ну, все какие-то потаенные возможности или еще что-то. Плюс там Господь Бог был вообще на нашей стороне. Ну, так получилось, да, что мы отыграли 11 или 12 мячей за один тайм. Ну, вот такая игра была, память. Мы ее часто вспоминаем, собираемся. Да, была такая очень интересная игра. Чемпионат мира, конечно, молодежи. Там же вообще у нас игра была, ну, если валидольно, это так слабо сказать. Мы играли с испанцами в финале чемпионата мира. А в то время против нас играли все те люди, которые через год уже играли в Барселоне. Чтобы вы понимали, там реально ребята играли, очень звездный состав у испанцев был. Они после игры плакали, что проиграли. Основное время отыграли в ничью. И потом было еще две пятиминутки дополнительные. И вот там такие качели были, что... И вот прям перед глазами стоит Сережа Погорелов. Мы бежим в защиту, мяч ведем, остается там 15 секунд. И испанцы бегут к нам в контратаку на нас. И мяч Сергей Погорелов перехватывает. И так получается, что он рядом с тренерской скамейки его где-то перехватил. И вот он его держит. Я до сих пор помню, Владимир Сеевич кричит: отдай мяч Бочарнику, а я рядом, ну, чтобы время там кончилось. А Серега стоял, пока не прозвучал финальный свисток. Ну, естественно, он не нарушил правила, там удар, там его испанцы завалили. И в это время прозвучал финальный свисток. Ну, там уже что творилось, я даже не знаю, как вам передать. Все там прыгали друг на друга вот так вот. Складывались, да, конечно, эйфория была такая... Приятная эйфория, а тем более тогда еще, когда потом звучал российский гимн, ты идешь и звучит это. Да, это очень приятно. А есть такая игра, которую до сих пор вспоминаешь, и обидно, вот бросил бы, вот, и тогда бы выиграли бы. Какой-то, может, какой-то турнир упущенный? Нет, были игры, ну могу, допустим, если не поэтому, мы как начинали разговор, говорю, забыл, я еще так получилось, что же судьба меня пригласила в пляжный гандбол. Вот. Да, я в составе Ставрополя, Лавров Виктор Георгиевич тоже, к сожалению, мы сейчас говорим, уже нет живых, трагически погиб, очень хороший тренер, хороший человек, его сын, кстати, олимпийский чемпион Игорь Лавров, он играл и в Каустике, и потом за ЦСКА против нас же играл. Он меня пригласил на чемпионат России в составе Ставрополя пляжный гандбол попробовать. Как раз был у меня отпуск, я согласился, с удовольствием приехал, почему бы нет, абсолютно другой вид спорта. Ну, он гандбол, но пляжный. Вот. Мне очень понравилось, мы выиграли чемпионат России, я-то стал чемпионом России еще по пляжному гандболу. Ну, считаю, что незаслуженно это забыто. И он меня пригласил в составе сборной России поехать на чемпионат Европы. Проводился первый чемпионат Европы по пляжному гандболу в Италии, мы поехали. Пригласили из посторонних команд сборной, был весь Ставрополь, команда Ставрополя, и было два игрока, я с Каустика и с Краснодара был, Сергей Сало, левша, крайний игрок. Нас двоих пригласили в сборную России. Мы вот поехали, я вот честно скажу, мне Виктор Георгиевич доверял бить пенальти все. Ну, я и в Каустике пробивал все пенальти, и гандбольные пенальти пляжные, там немножко другие они, он мне тоже доверял. Я забил 9 пенальти подряд, вот забил все. И последняя игра была, мы играли полуфинал, играли с испанцами. И если бы я забил пенальти, мы бы ушли на дополнительное время. Ну, опять могла быть переигровка, ну, мы могли выиграть полуфинал. А я, к сожалению, тогда не забил. Я упал лицом вперед. Я тогда так расстроился, вы даже не представляете. Потому что даже больше расстроился не из-за того, что там не забил, а то, что я подвел команду. Хотя потом все говорят, я был, ну, может быть, там была какая-то статистика, что 90% забитых пенальти, ну, это очень круто, да. Но я не забил самый важный и последний, поэтому, ну, есть осада, конечно, есть, да, тяжело. Но опять эта история, никуда не денешься. И никто не высказал из ребят мне какой-то... презрение или даже тренера, все наоборот поддерживали, но все понимали, что я даже как игрок, и сейчас как тренер, понимаю, что пойти бить самый важный пенальти, ну, не каждый игрок еще пойдет, ну, лотерея, не каждый игрок еще пойдет его бить, поверьте мне. Уже со стороны тренера же я это вижу, что не каждый игрок возьмет на себя такую ответственность. Там железный мир. Вот, кстати, о матче с ЦСКА, когда вы выиграли второй тайм, что мне вспомнилось,
Это сегодня передается команде, я так понимаю, да, мы наблюдали несколько игр, да, с пермскими медведями, там, да, с Челябинском, где мы проигрывали минус 6 или, по-моему, даже минус 7. Да. И вырывали на зубах. В раздевалке в перерыве не в пример ли ту игру ты приводил ребятам? Ну, пока еще не приводил ту игру, но, знаете, наверное, эти игры дорогого стоят в плане того, что... Это, наверное, позволяет команде сплотиться и идти дальше. Такие игры очень важны. Легко обыгрывать, ну, здорово, когда хорошо, ты легко обыгрываешь, идешь дальше. Наша команда пока, как я считаю, находится в стадии становления. Для них такие игры, для сплочения коллектива, для их уверенности, они очень важны, что при любом счете можно победить. Поэтому, когда ты проигрываешь даже там 2-3 мяча, это уже вообще ничего не значит, если ты 6-7 проигрываешь, еще умудряешься и выиграть. Дим, как вообще так получилось, что ты... Потому что для многих было неожиданно. Прошлым летом, да, я сам не в городе эту новость застал, позвонил, что... И так Дмитрий Бочарников был главным тренером долгое время. Дмитрий Константинович Бочарников. А здесь Дмитрий... Как произошло? Буквально сначала ты вообще попал на телевидение, да? Ну, сначала, да, вы меня пригласили в роли комментатора. Все, ну, мы комментировали матчи, да. Мне это очень нравилось, потому что это, опять, необычно. Но мне всегда нравится все, что новое, необычное, приятное, да, приятная обстановка. Знаете, на этот вопрос хочу ответить, наверное, так. Все в руках Господа, наверное, мы приходим к тому, к чему должны прийти. Возможность зарабатывания денег не всегда это... Не то, что даже доставляет удовольствие, а... Моральное удовлетворение. Моральное, может быть, да, душевное. Вы знаете, все-таки я, наверное, подсознательно всегда хотел стать тренером. Всегда. Даже после окончания карьеры Леонид Алексеевич не даст мне соврать. Он мне говорил, что тебе нужно тренером становиться, это твое. И Драчев Антон Николаевич, который тренером в Бресте у нас был, то, ну, надо твое. И я где-то хотел, ну, так, наверное, жизнь распорядилась, что сначала я занялся одним, а теперь пришел, ну, вернулся в семью, скажем так, да, и занялся этим. Я честно пришел, руководство сказал, я хочу себя попробовать. Спасибо им, они доверили мне, как все говорят, человек без опыта, без всего, ну, наверное, с чего-то же надо начинать. Вот опыт набираемся, уже целый год набираемся. Ну, понятное дело, ты шел в клуб, который сегодня не так финансируется, по сути выживает. Ну, каким ты застал... Понятное дело, что разобранным Дмитрий Константинович хозяйство после себя не оставил, но все равно каким ты вот это вот хозяйство застал, тем более, когда ушел, сколько, два игрока ушли, да, с того состава? Ну, вы знаете, я уже так, уже теперь понял, да не важно, сколько уходит, главное, чтобы кто остается. Вот, у нас хорошая команда, застал, ну, команда Суперлиги, которая там находится на, пока, к сожалению, играла за вторую четверку, да, в этом году... Да, мы не выполнили тех задач, которые бы я хотел все-таки. Мы должны были попадать в зону плей-офф. И больше скажу, у нас был шанс попасть в зону плей-офф. Вот, наверное, здесь обидно. Я всегда того, что когда нет возможности или чего-то непонятного, да, непонятно, почему не получается. А здесь было все понятно, мы могли попасть в зону плей-офф. Ну, к сожалению, не попали. Ребята замечательные, я всеми доволен. Есть, конечно, сложности, все это понятно, без этого не бывает. Но я думаю, что... Наши лучшие игры еще впереди. Ну, допустим, пройдем там 1, 2, 3, 4, 5 туров. Не было мысли, может быть, я не туда влез, может быть, бросить что-то не то, что-то не получается. Все-таки начали мы не за здравие сезон. Ну, если так вообще к каждому делу относиться, то это можно все в жизни поменять. Нет, ну, что-то не получается, мы это изменим. И бросить, естественно, не хочу, не хотел и не буду хотеть, раз уж сюда пришел и, скажем так, впрягся в это дело. Будем до конца биться и стараться, чтобы Каустик вернуть на прежний уровень, чтобы болельщики, потому что даже я видел эти игры, которые мы выигрывали, сумасшедшие абсолютно игры были. Болельщики... неистовывали, кричали в восторге, и каждая игра следующая, даже ребята видели, что мы выигрываем, и болельщиков больше приходит, соответственно. Люди начинают верить в команду. Тяжело, да, болеть за команду, которая проигрывает, согласен, тяжело. Но опять спасибо нашим болельщикам, они нас верят, они нас поддерживают, и
в хорошем и, самое главное, в плохом нас поддерживает. Поэтому я уверен, что у нас все получится. При нуле очков, при куче проигранных игр, сколько я тебя не встречал, ты всегда оптимистичен, всегда с улыбкой на лице, никогда не унываешь. Как ты подскажи другим, может быть, кому-то из ребят этого не хватает, кто проигрывает. Как так себя поддерживать? Если так вообще относиться ко всему, что прям расстраиваться, ну, без улыбок и шуток, естественно, у нас на тренировках этого не проходит. И я не знаю, я оптимистически настроен, я вообще по жизни, ну, оптимист, скажем так. Много чего не получалось. Был у меня день рождения, мой близкий друг очень сказал, наверное, правильные слова, я никогда о них не задумывался, он сказал: всем со стороны кажется, что у тебя так все легко, вот, да, там, что-то есть, какие-то материальные благи, это, говорит, ну, мы-то, кто рядом с тобой идем всю жизнь, мы же понимаем, что это все тебе было очень тяжело, доставалось, и никто же не знает, как это доставалось, и все это происходило. И сейчас мне, да, где-то бывает, я переживаю, поверьте, я, может быть, не железный человек там или дровосек, я не знаю как, да. Я внутри, конечно, я переживаю, за все результаты переживаю, и за ребят, если вдруг кто-то травму получил. Естественно, я все это переживаю, но зачем людям знать об этом и показывать? Я как бы всем же все равно. Знаете, есть такая пословица: лучше пускай завидуют, чем жалеют. Поэтому, не знаю, я не могу показывать, что как же на людях-то я буду показывать, что я такой расстроенный. Как команда, быстро вы срослись с ней, как она восприняла? Все-таки она столько лет с одним тренером, и вдруг смена другой, и общий язык с ребятами долго пришлось находить? Ну, притираться сразу пришлось бы, не буду тут лукавить. Конечно, пришлось притираться, где-то были недопонимания, ну, такие. У меня, у Дмитрия Константиновича были свои требования, у меня свои требования, как у любого человека, наверное, даже как в семье, да, у каждого свои претензии. Так и здесь, ну, я скажу, что, наверное, эта притирка прошла очень быстро. Мы нашли с ребятами общий язык, много чего еще нужно изменить, не буду вдаваться в подробности чего, да, но много изменить, и я единственное, чему рад, что ребята готовы меняться. Я так понимаю, вы с командой на доверии. Не надо каждого там ходить, проверять, что кто-то нарушит режим. То есть в этом... Нет, все равно мы все держим под контролем. Ну, доверяю абсолютно ребятам. Но не в жестких рамках, да? Ну, может быть, ребята, вы знаете, я так по жизни достаточно добрый. Ну, это я и сам убедил. Ну, скажем так, такой человек. И доверие, очень люблю слово вот это доверие. Очень люблю доверять людям. Ну, доверяй, но проверяй. Вот. Ну, скажу, что ребята в большинстве, вот так обобщу, очень профессионально относятся к себе, к тренировкам и к определенным задачам. Мне это очень импонирует. На сегодняшний день, ну, понятное дело, мы закончили чемпионат, хотя лично мне обидно, что мы не сыграли эти еще 6 матчей, потому что я был уверен, мы все 6 выиграем, мы набрали ход. Но 10-е место. Ожидаемо, если взять начало сезона, когда ты пришел в команду, которая фактически еще совсем молодая, там с двумя ветеранами, да, с Косовым, с Никитой Гугняевым, и итоговое, пусть не доигран чемпионат, но неважно, 10-е место, это удовлетворительный результат? Или можно было все-таки выступить гораздо лучше? Там? Вы знаете, ну я еще раз сказал, конечно, я, как ребята, тоже больше, чем уверен, хотели выступить, естественно, лучше. Мы все хотели, чтобы вы чемпионами стали, это, ну, понятно. Сейчас, к сожалению, наверное, надо быть реалистами. Задача стать чемпионами именно сейчас, на сегодняшний день, не ставится. Возможно, она будет через год, два или три, ну, ставится. Сейчас есть сегодняшние, да, задачи и задачи на перспективу, да. Задача пока на сегодняшний день. Мы должны зайти в зону плей-офф. То, что мы заняли 10-е место, как именно к себе, да, я, может быть, не очень доволен и своей работой, именно получилось это 10-е место. Как с точки зрения просто болельщика, наверное, и неплохо, что мы заняли 10-е место. Я не знаю, что с чем сравнивать. Я единственное, что чем доволен, что мы, как вы правильно сказали, из последних 6 игр чемпионата мы все игры сыграли разницу мяч. Одну только «Динамо» проиграли, там 5 мячей, и то мы там рисковали в концовке, ну, семером играли. На все игры мы сыграли, мяч выиграли, мяч проиграли.
Мы не были мальчиками для битья ни с одной команды. Саратов мы обыграли, команда, занимающая пятое место, мы их обыграли дома мяч на выезде. Поэтому меня радует, что команда, наверное, в себя поверила. И я понимал, что сразу изменить, и еще раз говорю, изменить за год или за два полностью кардинально, имея то, что ты имеешь. Не будем там говорить никаких финансовых, да, возможно. Вот то, что мы имеем. Да, это тяжело, но я все равно постараюсь, то, что от меня зависит, все это попытаться поменять. И самое главное, я еще раз говорю, чтобы ребята поверили в себя и, естественно, в меня. Дим, ты поиграл вообще карьеру под разными специалистами высокого уровня. Под руководством Владимира Максимова, по-моему, тоже пришел, да, поиграть? Нет. Ну, в смысле, я в национальную сборную Владимир Соломанович вызывал меня, да, был. Да, ну, значит, пришлось. Я имею в виду, вот твоя модель тренерская, твоя концепция все-таки, она лично твоя, придуманная, или все-таки ты где-то что-то берешь за основу кого-то или по чуть-чуть у всех? Мой первый тренер, Кириленко Вячеслав Владимирович, о котором мы говорили, в данный момент он является человеком, который, безусловно, мэтр нашего гандбола, выиграл со сборными женскими и чемпионаты мира, и Европы, много чего, и клубные чемпионаты, он и Кубок АГФ выигрывал. Он очень мне помогает. Но я все-таки надо учиться у всех по чуть-чуть. Нельзя брать какую-то концепцию абсолютно за основу. Ну, Владимир Соломанович Максимов или там еще Леонид Алексеевич, да, Красташевич. Во всем есть где-то плюсы и минусы. Самое главное, наверное, отфильтровать ту информацию, которая тебе нужна и не нужна. Поэтому учиться готов, и тем более в этом году, сожалею, с тем, что происходит, вот, пандемия, коронавирус, я уже начал в том году учиться, ездил на тренерские курсы под эгидой ИГФ, это получение европейской лицензии, где нам преподавали специалисты из Европы, приезжали, тренера сборной Норвегии были, с Германии приезжали, тоже тренера проводили как видеоуроки, так и аудиоуроки были и в зале, и, так сказать, в конференц-зале были. Но я скажу, что мне понравилось это обучение, то, что я хотел взять, я взял с него. То, что записано на видео, в этом году даже после посещения этих уроков мы это все, ну, пытались воспроизвести уже на площадке с ребятами. Я вижу, что ребятам тоже это нравится, но абсолютно не все то, что нам показывали. Естественно, я отфильтровал то, что, как мне кажется, это нужно на сегодняшний день моей команде. Дим, я не могу не пройти мимо, да, очень по сравнению, особенно в сравнении с женской сборной, да, наша сборная России, ну, терпит крах уже не первый год. Что у нас? У нас не хватает игроков в стране или, может быть, тренеры как-то не так стали работать? Почему раньше мы выигрывали Олимпиады, уже, я имею в виду, в российский период, да? Мы выигрывали чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Сейчас мы из группы не можем выйти. Мы там обыгрываем максимум Саудовскую Аравию. Вы не первый, кто задаете мне этот вопрос. И я отвечу так, как отвечаю всем. Ну, во-первых, я считаю, что тренера у нас абсолютно нормальные. Игроки у нас хорошие. Но у нас уровень чемпионата, ну, давайте откровенно говорить, ну, не очень высокий, да, это показывает и Лига чемпионов, и кубки, на которых, да, мы играем. У нас большой провал произошел в детском гандболе. Ну, детская спортивная школа. Раньше тренера выдавали, ну, очень много ребят. Хотя я сейчас тренируюсь. В Красноармейском районе как был гандбол самым популярным видом спорта, так он остается. Очень много детей приходит и занимается гандболом. Может быть, плеяда тренеров ушла, тех, которых была, детских тренеров. Не хватает игроков. Раньше на каждое место, как вы сказали, было 5-6 человек. Ну, вот как главный тренер бы, если я пришел, да, у меня там 6 человек, ну что ж мне не выбирать, да, я выбрал. Сейчас, к сожалению, у нас даже двух игроков нет на одно место. Плохой отбор. Мы же берем только то, что воспитываем. Мы не покупаем ничего. Поэтому, мне кажется, как заработают детские школы, может быть, опять это моя точка зрения, пересмотреть немножко систему чемпионата. Больше ее подстроить под сборную. Потому что, смотря какие задачи мы ставим. Клубы, сборная или еще что-то. Если мы под сборную, я думаю, что любой клуб согласится, что перенести, может быть, опять перейти на туровую систему. Это я просто говорю как вариант, да? Но сделать акцент – это сборная. Что мы хотим,
чтобы наша сборная заиграла. Ну, девушки-то выиграли Олимпиаду, а детский гандбол тоже, вы сейчас знаете, как популярен в Астрахани, вот если бы вы были, наборы, люди везут, очень хотят все заниматься гандболом. Начал выигрывать, сейчас мужской гандбол, поверьте мне, дай бог, попадает в тройку на любом топовом чемпионате. Дети тоже пойдут тренироваться. Еще больше и больше и больше будет детей. Но опять, к сожалению, здесь проблем, ну, целый клубок, который завязывается между собой. Спортивные залы, обеспечение, выезды на соревнования детей. Сейчас, если все затронуть, это, ну, все идет, это как бы проблема, но большого единого. Вот и все. К сожалению, давайте так, детям-то тренироваться-то негде. Ну, по-хорошему. У нас, как бы ни было печально, у нас хорошего-то зала в Волгограде, в миллионном городе, нет зала спортивного для проведения. Ну, образно говоря, завтра Каустик попал в Лигу чемпионов, а нам игру-то провести негде. У нас нет зала, который подходит под уровень Лиги чемпионов. Ну, вот. А детей взять то же самое. Дети тренируются. Ну, сейчас детские группы, я тоже езжу, смотрю. Они тренируются в тех же залах, в которых тренировался я. Залы не поменялись, они те же залы остались. Поэтому, наверное, нужно пересмотреть, может быть, уже с точки зрения там, государства, правительства, может быть, обратить внимание на это. И многие дети ездят за свой счет на соревнования. Ну, к сожалению, да. Причем во всех видах спорта. Во всех видах, да. Это сейчас не только гандбол. Любой вид спорта, да, возьми. А мы вспоминаем, я учился в школе, я в год выезжал 10-12 раз на соревнования. За счет, естественно, государства, детская спортивная школа нас вывозила, кормила, питала, да, мы ездили куда-то. Майки, костюм, да, вот, наверное, показатель это был. А сейчас не все родители, ну, к сожалению, могут себе это позволить. Ну, к сожалению, я еще раз говорю. Давай полистаем семейный школьный альбом, семейный... Ну, это мой школьный альбом, благодаря, наверное, маме. Это фотографии из личного дела первоклассника, да, Дмитрия Бочарникова. Ну, здесь у нас фотографии, вот, первый раз в первый класс, вот, за эту фотографию вообще такая. Мой одноклассник, который в Москве полковник, вот он стоит за моей спиной. Миша, да, Альгасов. Ну, здесь я немножко занимался танцами, так сказать. Решил себя проявить в танцевальной сфере. Это вот первая учительница Фаина Борисовна, до сих пор помню ее. Единственное, к сожалению, не знаю, жива, не жива, но очень хорошая учительница, до сих пор ее помню. Пионерские лагеря, соответственно, мы все воспитаны в Советском Союзе, поэтому с первого класса мы едем в пионерский лагерь. Были счастливы. Да, и были счастливы, да. Мы такие октябрята все вступили в октябрята. А помнишь тот момент, когда как повяжешь галстук, береги его? Конечно, помню. Вот он, этот момент. В третьем классе приняли в пионеры. И больше скажу, принимали в пионеры нас немножко необычно. Мой папа работал на ТЭЦ, ну, спецэнергоремонте. И в то время приезжали с Индии, с Вьетнама по обмену опытом ученым. И нас принимали то ли индусы, вернее, то ли вьетнамцы принимали нас в пионеры приезжали. Это было в то время вообще круто. Ну, опять пионерские лагеря, я все время вот пионерские галстуки. Все это как-то, наверное, ностальгически все смотрится. Здесь участие в каких-то школьных мероприятиях. А вот фотография, 85-й год, вот как раз спортивный лагерь первый. На фотографии здесь тяжело, конечно, узнать, кто есть кто, но здесь и Сергей Погорелов, вот олимпийский чемпион, который... Это уже наши будущие мастера. Мастера, да. Здесь мои друзья. С детства мы до сих пор дружим, два друга, Виталий и Виктор. Ну и, соответственно, вот тут я сбоку стою, так сказать, в лагере. Это вот организование спортивного класса, настолько собрали, организовали класс. Вот моя учительница, классный руководитель Зотова Зинаида Моисеевна. Это уже выпускной ближе, здесь есть фотографии вот спортивные, скажем так. Это мы в Киеве, 88-й год. Я даже, почему эта фотография, это в 88-м году Ротор у нас вышел, да, в высшую лигу. Спустя 38 лет. В тот день, когда мы были на этом турнире, и мы с Кока-Колой отмечали это. Мы были очень рады и довольны, что наша команда вышла в высшую лигу.
Чемпионата СССР, да. Это вот Кириленко Вячеслав Владимирович. Это, мы, кстати, это фотография на турнире. Та медаль, которая в Запорожье. Вот, здесь все молодые, красивые ребята. Это выпускной уже мой. Здесь уже с нами, кстати, учился и Слава Кобин, который играл за Кавастик. Он уже приехал, учился здесь. Вот опять фотография командная. Это наш 74-й год, который возглавлял Кириленко Вячеслав Владимирович. Ну и, соответственно, дальше пошли выпускные. Ну, а взять другой, честно скажу, благодаря вам, да, мы перелистали эти фотографии. Это город Брест. Как раз у меня было 30-летие. Ко мне приехал папа на 30-летие. Это вот сейчас сыну, которому 19 лет. Мои друзья приехали с Питера, с Ростова в гости. Это вот та самая Брестская крепость. Брестская крепость, да, это вот та самая именно Брестская крепость. Это музей, панорама Брестская крепость. Мы пошли туда гулять. Вот это самый знаменитый Хомские ворота, которые все, кто учили в Советском Союзе, на учебнике на первой странице была фотография этих ворот. Вот они вживую. Юбилей. Вот. А потом здесь уже идут игры. В Бресте было распространено. Ну, вообще клуб уделял очень много фото игрокам и выдавали. Это мы в Дании играем, Лига чемпионов, это 2004 год, с Гудмы мы в подгруппе играем. Вы творили историю на площадке, фотографы? Фотографы, да, за ней. Это мы играем со словенцами, с Горение играем, словенская команда, тоже Лига чемпионов. Это мы сначала первые игры проводили в Минске, потому что зал был недостроен наш, и мы все игры домашние проводили в Минске. Потом вот чеховские медведи, мы с чеховскими медведями, Брест тоже играл в Лиге чемпионов. Мы с ребятами пересекались, всех хорошо я уже знал, потому что в чемпионате России со всеми играли неоднократно. Гог Гудмы, тоже датчане, тоже Лига чемпионов. Это мы на сборах в Польше, Брест всегда, мы практически каждый год сбор ОФП проводили в горах. И потом турниры, вот в горах как раз мы находимся на сборах здесь, Закопаны, если кто знает, это горнолыжный курорт, трамплины, где находятся сборы. И потом проводили турнир в Польше. Это вот турнир, как раз мы приехали в другое место. Это Кубок Белоруссии здесь, мы играем, мы выиграли Кубок Белоруссии, уже стоим, так сказать, с медалями, победили. Даже больше скажу, этот магнитофон мне подарили за лучшего игрока, до сих пор работает. Это все Кубок Белоруссии, это команды наши так в том составе, которые... Дим, мы один момент упустили, ты мастер спорта международного класса, ну понятно, мастер спорта, чемпионат России выиграл, это само собой, а международник за что был присужден? За чемпионат мира, чемпионат. Только за выигрыш чемпионата мира присуждается мастер спорта международного класса, а уже за Олимпийские игры или за взрослый чемпионат мира заслуженный мастер спорта. Ну это уже вот кубки пошли, поливаемся. Из кубков традиционное, уже никто не стесняется, традиционное шампанское, уже сезон закончился. Это опять, это уже банкет, мы стали чемпионами. Даже в Бресте уже одинаковые костюмы, все было серьезно, все по-взрослому. Это мы на отборочный матч Лиги чемпионов в Норвегию, Свенборг приехали. Очень красивый город, безумно красивый, очень понравился. Мы... Было время, мы прилетели за 2 или 3 дня, и мы ходили там, и китобойные судна осматривали. Городок маленький, на самом деле, ну, гостеприимный. Это памятник китобойцам. Вот наша команда на фоне, скажем так, памятника. Это уже игра Колдинг, тоже датчане. Нас судьба сводила, мы часто попадали в Лиге чемпионов в 2005 год уже на датские клубы. Ну, это жеребьевка, никто... Играли уже, тоже опять в Минске играли, начинали. Вот. Потом были игры у нас, это все у нас Колдинг идет.
это Колдинг, тут роняет меня. Нет, это Польша, Висла. Ну, достаточно очень титулованный, да. Мы с Вислой играли, с Польской. Это уже с Килем играем, тоже Лига чемпионов. В Германии уже играем, в большой, в Киле, очень огромный зал. Сейчас на сегодняшний день, по-моему, 9000, его нарастили, было 7000, сейчас 9000 вмещаемость. Для нас это вообще звучит, для российских залов, как это, что-то фантастическое. Да. Ну, все, вот Киль, это тренер был одно время, Савко Владимир Петрович. Это Лёвгрен против меня защищается, один из самых сильных игроков тогда был в Бундеслиге. Это пролистаем. Это друзья ко мне приезжали. У нас была, кстати, традиция такая интересная. Как-то она возродилась, если вот так вот показывать. Мои друзья со всех городов России, мы сделали традицию на 9 мая. Все приезжали в гости в Брест. И мы сначала утром шли, покупали цветы, шли в Брестскую крепость и даже встречали, честно вам скажу, встречали защитника Брестской крепости еще на то время, живые, которые приезжали в Брестскую крепость на 9 мая. Незабываемые впечатления. Единственный раз в году, когда включается подсветка в Брестской крепости, это 9 мая, и, соответственно, там салют, очень много людей. Очень хороший праздник. Это в Амстердаме, в Голландии, тоже Лига чемпионов. Мы играли. Это уже был банкет, чемпионы мы стали Республики Беларусь. Отмечался в Бресте очень с масштабом, отмечается. Это, чтобы вы понимали, первый год к нам приезжали на банкет попеть, это Сплин, Агата Кристи. На следующий год у нас был Гарик Сукачев. Белорусских артистов не беру, они тоже всегда присутствуют. Поэтому достаточно это. Вот с голландцами мы играем, Лига чемпионов тоже. Это мы в Швейцарии уже, Шафхаузен. В Швейцарию прилетели, я здесь, к сожалению, получил тогда травму. Побывал в швейцарских больницах. Вот. Это уже прошло, наверное, месяца три. Как раз голландцы прилетели к нам обратно. Швейцарцы, вернее, обратно. Это мы уже на домашней арене. Здесь проводы провожают меня. Брест достаточно очень, ну, молодцы, они душевно проводили, с окончанием карьеры было. Ну, это сейчас Реал Сьедад, игры тоже Лиги чемпионов, это мы играли уже с трехкратным обладателем Кубка Лиги чемпионов, мы попадали на них. Возглавлял, кстати, его Талант Ушибаев, тогда был главным тренером Реал Сьедада. Вот. Это кубок, выигранный нами. В Польше проходил турнир Степана Разина. Именно что интересно, Нева проводила в Польше турнир Степана Разина. Очень крупный, большой турнир. Мы тогда с Брестом стали победителем этого турнира. Это кубок Белоруссии. Проходит. А это вот чемпионат Республики Беларусь. Мы в Могилеве играли крайний тур. Проходил. Мы выиграли кубок и, скажем так, радуемся, что мы, кубок, чемпионат Республики Беларусь, мы радуемся, что выиграли. А это моя семья, когда мы жили в Бресте, очень много лет назад. Это мы с дочкой, это дочка еще маленькая моя, вся моя дочка, да. Да, заметно даже. Да, дочка. Улыбки. Это супруга моя с сыном, с Ильей. Ну, это они все маленькие, а это, наверное, если вот так увеличить, это выпускной у сына был, 2 года назад выпускался, мы на выпускном. Шагнул во взрослую жизнь. Шагнул, да, во взрослую жизнь, да. Дим, ну и в завершение нашей интересной беседы, традиционное напутствие нашим молодым спортсменам, те, кто еще не пришел, я не имею в виду в гандбол, а вообще в спорт. А молодым гандболистам, кто не верит в свои силы, в общем, от человека, который вот выиграл столько титулов и тоже когда-то не верил, что с ним все это произойдет.
Ну, да, наверное, в глубине души не верил, но надеялся, наверное. Ну, самое главное, наверное, всем молодым спортсменам, независимо ни от какого вида спорта, никогда не сдавайтесь. Что бы ни происходило в жизни, никогда не опускайте руки, идите к своей цели, и поверьте мне, вы обязательно ее добьетесь. Ну, мы присоединяемся. Спасибо. Спасибо. И желаем успехов с Каустиком уже спасибо в следующем сезоне. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам.